Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в растения против зомби 3. Так, ну что? Тут нам показывают, что нажмите сюда. Play, окей. Игрушка еще разрабатывается, друзья мои. Это не финальная ее версия. Можно так сказать, демо-версия пока. Да, все по-английски, но в принципе, ребята, нам не важно. Так, смотри-ка, зомбарь идет. Ёк-макарёк. Так, орешек там что-то недовольный. Так, ну тут понятно, тут нам выпадает солнышко. А, все, врубился. Ну давай, например, вот сюда я поставлю. Ну, здесь показывает, что будет волна зомби. Следите, типа, за шкалой. То есть это обучение. Ты помнишь, мы как-то играли с тобой в растение против зомби 3. Но там был узенький экранчик, как-то все не очень удобно. Здесь, как ты видишь, все очень даже неплохо. Но опять же тебе скажу, что это не финальная версия этой игры. Она будет дорабатываться. Так, игра такая более, как тебе сказать, рисованная, что ли. Ну, это, я так понимаю, последний зомбарь. Что-то орехи тут какие-то ватные. Их очень быстро тут уничтожает. Ого-го-го, идет с флагом тот самый зомбарь. Так, давай я еще поставлю, наверное, сюда наших горохострелов. Три штуки. Потому что больше нам ничего не доступно здесь. Но музыка из оригинальной игры. А сохранили они все-таки, да? Давай. Вот этого зомбика еще уничтожаем. Все, подавился и упал. Нам дают с тобой 50 монеток. Типа наша награда. Окей, двигаемся дальше. Левел 2. А магазин-то здесь будет, где мы сможем с тобой приобретать растения и тому подобное? Или не шиша? Ох ты. Так, у нас стоят тут орехи. Ну, это понятно. Наверное, до сих пор еще идет обучение все-таки. Смотри, тут какая-то темень. И они, видимо, пойдут зомби вот отсюда. Мне почему-то так кажется. Так, волна идет, идет. И сейчас, видимо... Да, вон они уже. Слышу я их звук. Давай, горохострелы, вылазим. Ну, этот зомби-то ватный, ё-моё. Чё нам бояться? Разнесем... Ой, зачем я сюда поставил, когда внизу... Так, что там? Будьте что-то внимательны, идет большая волна зомбарей, написали. Воу-воу-воу-воу. Тихо. Давайте солнышки мне, пожалуйста. Смотри, что делает, а? Бедные мои орехи. Давай, наверное, еще поставим с тобой подсолнух. Ну. Шмаляем. Вот какой гаденыш. Так, этого мы с тобой разбомбили. Так, теперь вот этих двух нужно ушатать. И все, я думаю, будет победа. Как ты считаешь? Да. Выиграли. 50 опять же с тобой монеток получаем. Итого у нас 1000. Хотелось бы куда-нибудь уже их потратить, в конце концов. Нет, ничего. Ничего не могу сделать. Вот идем с тобой, как вот по порядочку, так и идем. Не могу я никуда перепрыгнуть. Может быть, после обучения что-нибудь поменяется. Это машина Дэйва, я так понимаю, да, там стоит. Так, а теперь ничего не показывают. Теперь как бы мы предоставлены сами себе. То есть... Что хотим, то и воротим. Хорошо, я сюда поставлю подсолнухи. Это же у нас, наверное, Пенни, да? Тачка его. Тачка Дэйва. Так, зомбарик бежит. Давай, наверное, сюда поставлю горохострела. Слушай, а мы без орехов. Кстати, тут нам уже никто не задержит этого хламона. Поэтому надо быстрее его бомбить. Так, мне нужно еще солнышко. Вот оно. Давай, ребята, наказали. Шикарненько. Солнышки, давайте мне. Вырабатывайте солнечную энергию. Так, с этим разберемся. Вот этот вот мне не нравится. Так, уже предупреждение о том, что сейчас пойдет волна. Блин, я боюсь, не успею я с этим-то разобраться. Охо-хо-хо-хо-хо. Смотри, 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 что происходит. Блин. А у меня даже нечем, ребята.
ты смотри, что творит, а? У меня нету ничего вообще. А где мои эти? Раньше, я помню, здесь были газонокосилки, их теперь нету. Вот это я сфейлился. Вот это я сфейлился, ребята. Ну тут что-то вообще какая-то трешня пошла. Вроде уровень-то легкий, ладно. Посмотрим, как зато заканчивается здесь. Нет, я потрачу. Ага, все, я понял. Тут можно либо за монетки, либо за попытки. То есть 5 попыток есть на прохождение уровня. Да я тут сам виноват, на самом-то деле. Вот этот уровень, который мы сфейлили, я неправильно немножко расставил там. Так что давай немножко по-другому все сделаем. Значит, средний и верхний ряд должен быть, как говорится, в безопасности у нас. Хотя они здесь, наверное, рандомно пойдут. Давай еще подсолнух поставим с тобой. Так, по среднему ряду бегут. Сразу мы с тобой средний ряд прикрываем. И верхний. И верхний ряд тоже нам нужно будет, наверное, скорее всего, прикрывать. Да, вон он уже бежит, паразит. Так, стопэ. А нам теперь не... О, нет, хватило. Тогда давай сделаем так. Интересно, сможем ли мы его разбомбить? Хватит ли нам запала? По идее, должно, да? Да, хватает. Тогда я смело выставляю еще подсолнухи. Вот это уже мне не нравится. Тут их уже много идет. Давай его сюда поставим. Разбирается с полтычка. Так что нормуль. Давай, 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 колбась его. Последний, последний зомбарик. И мы его сейчас накажем. Все. Еще 50 монет в плюсе. Все-таки хочется посмотреть в магазин. Или хоть получить... О, ну нам дают с тобой орех теперь. Так, подожди, тут у нас получается нет свободной игры, да? Мы идем с тобой и проходим чисто уровни. О, Дэйв появился. А вон... Но это не Пенни. А почему это они здесь-то оказались? Я не понял. Ах, вот оно что. То есть вот теперь у нас какие с тобой штуки вместо газонокосилок. Я понял. Ну почему только одна? Жалко, конечно, что одна-то. Хотелось бы побольше. Идет, идет партизаныч. Так, значит, нам нужно с тобой уже выставлять горохострела. Давай сюда влепим. Пускай стоит. Подсолнух еще сюда один поставим. Так, по нижнему ряду тоже идет. Давайте, давайте, родные мои подсолнушки. Энергии. Блин, и тут пошел. Упс. Ё-моё. Так, а как вот... А как тебя использовать-то? Пока непонятно. Мне непонятно, как использовать эту штуку. Может быть, если... А, все, я понял. Они, наверное, когда подойдут уже сами близко, тогда она сработает. Скорее всего, так, бедные орехи мои. Их там бедных раскромсали. Да куда ты? Ага, держи карман шире. Так я тебя и пропущу туда. А здесь прошел гаденыш. Не пойму, их там двое, что ли? По-моему, их двое тут. Так, а что тут уже все, это последние зомби, ребят. Это нам не помеха. Все, отдуплились. Такое ощущение, что это до сих пор еще идет обучение. Вот что хочешь делать, но вот ощущение именно такое. Так, ну что, 5-й уровень. Нейт Бурвиль. Ага. Мне нельзя, ребята, выставлять подсолнухи. Секешь? Ну, допустим. Я сделаю тогда вот так. Будем прикрываться орехами, раз вы мне не даете ничего больше.
Давай сюда поставим грохострела. Так, два рядка у нас с тобой как бы прикрыты, но нужно еще нижний ряд защищать. Что-то как-то энергия солнечная очень плохо идет. Так, так, так. Давай, наверное, сюда поставим. И контролируем, чтобы орех... Блин, быстро они орехи уничтожают. Если честно. Куда? Так, сейчас и здесь съедят орех. Большая волна. А до этого что, была маленькая, что ли, волна? Я что-то не пойму. Пишут, главное, сейчас пойдет большая волна. Окей, давай сюда поставим. Так, надо бы сюда орех, наверное, засандалить. Но он так долго откатывается. Опа. Он даже больше похож не на орех, а знаешь на что? На печеньку овсяную. Ел овсяную печеньку? Вот почему-то у меня ассоциация именно с ней. Так, сюда поставим еще зомбика. Ой, растение. Так, последний зомбарь остается. Все, мы его уничтожили. То есть, пятый уровень мы с тобой тоже прошли. И, как ты понимаешь, без особых каких-то там проблем. Шестой уровень. Давайте уже что-нибудь посерьезнее. В конце концов, что вы мне... как будто я ребеночек какой-то маленький. Так. Не понял. Опа, смотри, смотри, какая тут фигня стоит. Лазерный луч. А что я стою, улыблюсь-то? Мне нужно вызывать этих. Ха. Стою тут, рассусориваю. Один подсолнух — это мало. Давай два. Орех вот сюда, наверное, поставим. Так, раз, два. А здесь-то тоже нужно нам поставить горохострелов. Окей, один есть. Слушай, ну вдвоем они тут довольно рьяно так бомбят. Посмотри. Живенько, я бы так сказал. А если мы орех на орех поставим, он будет заменяться? Помнишь, как в той части? Не заменяется, ребят. Не лечится он, короче. Надо ставить обязательно рядом. Так, я выставляю еще сюда горохострела. Ага, вон он идет с флагом. Да, ну тут зомби ватные все. Вот сюда еще поставим. Так. Слушай, может быть, надо было орешек. Давай-ка орех сюда поставим, чтобы прикроемся. Чисто от них. Тут еще, видишь, не все поля открыты. Только лишь три дорожки. А должно быть пять. Все. Победа. Победушка. Еще 50 монеточек, как говорится, в копилку к себе забрали. И переходим на седьмой уровень. А если я закрою? Что-нибудь здесь вообще можно? Нет? Ни в гараж, никуда я не могу зайти, да? Так, погоди-ка, а в настройках у нас что? Кредит. Так, аудио. То есть это отключить звук, а раскладки на русском языке нету. Хорошо, давай смотреть тогда дальше. Растение против зомби 3. Такое впечатление, что это, знаешь, какой-то инди-проект, ё-моё. Опять три лужайки. Может быть, это нам как бы дали попробовать на ранней стадии эту игру. Ну, типа, оставьте свои комментарии, мнения, да, как вам. Нормуль, не нормуль. Может быть, что-то хотите, чтобы вам добавили. Боссы, например. Где боссы, где карта? Как вот, например, в той же самой второй части, да? Мы с тобой передвигались там в разные там эпохи, да? Как бы была там некая цель у нас. А здесь все происходит на одном огороде. Ну, будем надеяться, что это пока. Даже в той третьей части, которая была не так долго просуществовала. И то там, ребята, да, мы с вами перемещались по карте, были какие-то этажи. Как бы какой-то был смысл. Здесь мы с тобой на одном, я тебе говорю, месте стоим. Я так понимаю, это задний двор Дэйва. И, как обычно, тут нападают зомби, и мы с тобой от них отбиваемся. Причем новых растений нету.
Вот только вот стандарт вот этот вот, и все. Ладно, как говорится, поживем, увидим. Дойдем до 10 уровня, а там посмотрим, поменяется что или нет. Так, давай сюда поставим. Ну, графически сделана она неплохо. Такая полумультяшная, полу... Какая-то... Как-то... Кинематографическая, так что ли можно назвать ее? Так, стоп, 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 стоп. Я тебе говорю, куда вот этот ханыга бежит? Мне нужно его задержать, естественно. Пускай он там с орешком дерется пока. Мы ему уже руки отстрелили. Но это не последний зомби, вот сейчас будет последняя волна у нас после вот этого зомбаря. Так что приготовились. Сюда нужно еще одного поставить. Должна какая-то быть прокачка у наших растений, верно же? Потому что зомби, я думаю, что вот на этом ограничиваться же не будет наш враг. Просто ходуны там какие-то, да, с шапками и с этими, с флагами. Должны быть серьезные, мощные зомби. 100% здесь должен быть Гаргантюа, а? Как же без них-то? Так, ну что, мы с тобой выиграли 50 монет, опять же забираем и продолжаем. Смотрим, сейчас будет у нас какой? 8 уровень. Опять же все по стандарту. Ладно, до 10 потерпим. Версия 1.0.15. Версия игры. Оу. Что-то новенькое появилось. Это что такое у нас? Специальная атака? Ох, ну ничего. Оу, даже так. Слушай, они стоят еще на месте, смотри-ка. На земле, типа, если до них дотронуться, они, наверное, взорвутся. Хм, это, по-моему, тот самый виноград, да, у нас убийственный. Такой злой. Да, это он. Так, куда ты там бежишь? Я тебя не пропущу, гаденыш, что я такой. Разогнался он мне. Так, давай-ка еще, наверное, поставим. Ну-ка. А, я больше не могу его использовать. Почему-то. Ну вот куда ты идешь-то, я не могу понять, а? Он... И... Просто хлопнуло и все? Да, так что-то мне не особо нравится. А тут сразу убило. А-а-а, вон, 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 видишь шкала? Вот она шкала, ребята, вот она накапливается. И после того, как она накопится, мы сможем с тобой применить. Вот сейчас, наверное. Вот, видишь? Она на автомате, оказывается. Накапливается эта энергия, и он на автомате. Даже не надо на него нажимать. Он сам срабатывает. Ну, это круто. Только шкала, я так понимаю, сама по себе накапливается, да? Независимо от того, убиваем мы зомби или нет. Так, тихо, 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 тихо. Парни, парни, успокоились. Орех, быстрее, блин. Вот так вот. Давай, расстреливаем. Да, не вдвоем-то сейчас быстро мне орех заклепает. А, это последний зомбарь, кстати. Все. Все, мы прошли с тобой этот уровень. Так, ну что, нам показали с тобой, да, что есть определенный дружок, который нам помогает. Это типа винограда бешеного. Опа. Это грабли. Так, я купил или что, взял попользоваться. Давай посмотрим. Я так понимаю, мы сейчас будем под ноги зомби ставить грабли. Они будут на них наступать. Ну, а дальше ты, наверное, сам понимаешь, да? Рейк трэп. Да, это ловушка. Это будет прикольно. Ну, все, вроде бы, ребят, какая-то движушка уже пошла. Что-то, какое-то разнообразие идет. И это круто. Вот насчет граблей, конечно, так хорошо они придумали. Сейчас хочу просто посмотреть, как это будет все выглядеть. И одноразовые ли это грабли, или все-таки много раз она будет действовать? Круто придумано, круто. В общем, она одноразовая. Так, ну у нас есть бешеный виноград, который бдит, ребята, бдит. Он копит энергию для того, чтобы выпустить свой пыл. Ну, как ты понимаешь, вот этих вот горохострелов я должен беречь, как зеницу ока. Потому что кроме них я никого не смогу поставить. Только лишь орехи. Орехи на защиту.
Так что выставляем и не жалеем. Блин, а тут зомби-то, ё-моё. Одному горхострелу будет тяжеловато здесь, блин, справиться-то с такой армадой. Надо орехов вставить как можно больше. Так, сейчас этот созреет у нас, виноград. Сейчас начнет бомбить. Во. Блин, вот это круто придумано, ребят, на самом деле. Что вот есть такой помощник, независимый, так скажем, да, который сам по себе выходит и начинает бомбить. И мало того, что если он кого-то даже не добивает, он оставляет свой виноград. Это классно придумано. Давай, 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 есть. Так, сейчас будет еще одна волна. Так что готовимся. Так что готовимся. Бегут, бегут неуклюже пешеходы по лужам. Вот так вот. Пускай едят орех. Мне, как говорится, не жалко. Но здесь много. Блин, нам нужно успеть, чтобы вот этот вот виноград созрел. Хотя бы немножко нам помог здесь отбиться. Ну ты сам видишь, что тут происходит. Интересно, а где я должен брать грабли? Наверное, где-то потом покупать. Это типа заклинание, скорее всего. Как вот во второй версии мы брали с тобой электричество, там, огонь. Здесь, наверное, то же самое будет. Так, сколько тут? По два, да, получается? Да, по два зомби. Сейчас мы их... Так, верхний ряд свободен. Тут остается... Ох, тихо. Во-во, спасибо. Давай, давай, родной, жги. Ай, как красиво. Блин, ну классно на самом деле. Вот это хорошая придумка, да? Так, ну что, мы с тобой переходим на 10-ю, по-моему, миссию. Если... Так, помогите вырасти подсолнуху. Так, подожди, я же... 2 дня, 23 часа. Так, подожди, он же у меня как бы подрос уже, или... Что-то я не понял, а что... Помоги вырасти подсолнуху. Ну, здесь будет, как ты видишь, этот перец заморозка. А здесь будет вишня, опять же перец. А здесь... Так, ловушка, вишенка и перец. Да, халапеньо. А, вот он где, ё-моё. Все, я понял. Вот он, этот малыш. Он вырос хоть что-нибудь мне даст? Пока ничего не даст. Три штуки, что ли, их у меня? О, друзья мои, кабачок. 12 сульев появляется у нас с тобой в инвентаре. Ну, не надо никому представлять самого мистера кабачка. Все и так знают, что он будет делать. Вот, демонстрация даже есть. Что он будет делать? Готовы? Готовы. Но почему только три дорожки? Почему... Не дают остальные, это две. Вот тут и вот тут. Ладно, фиг с ним, потерпим. Я не стал брать грабли, я думаю, что мы здесь без них справимся. Кабачок поставлю сюда, пускай он стоит. Сколько он стоит-то? 2 энергии. Такой пыхтит, недовольный. В гневе кабачок-то наш. А он будет бомбить чисто свой ряд. Да, скорее всего, чисто свой ряд, он не будет перепрыгивать сюда. Сказал, да идите-ка вы. Опа, здесь, да, здесь у него все отлично получается. Все, так сказать, шикарно. Так, блин, подожди, мне что-то... Что-то, мне кажется, не хватает. Опа, я понял, что мне не хватает. Я понял, чем не хватает. Давай, кабачок. Так, стопэ. Здесь срочно орех. Ушатали. Так, вот сюда нужен орех. Блин, ну до ореха мы не доживем. А эта штука перемещается сама. Где ближний враг идет, туда она и смещается. Все, короче, здесь и сфейлился, ребята. Именно вот на верхнем ряду. И кабачок даже... Сейчас заодно посмотрим, как вот эта штука будет... уничтожать зомбарей. Ну-ка.
Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Все. Я так понимаю, это она всего лишь одноразовая, ребят. Вот кабачок, хорошо, что он может атаковать и задних противников, да, которые сзади него, и спереди. Это круто. А вот как, например, мне выкопать вот это растение и поставить, например, горхострел? Я такого не могу, да, себе сделать. Окей, ну, тут главное прошли. Так, смотри. Монетки, а этот... А этот не подрос. Этот так остался малышом, да? Так и остался малышом. А, 2 победы, 8 побед и 20 побед. Вот оно как. Окей. Уговорили. Это у нас уже 11-я миссия. Ну что, попробуем. Посмотрим, что нас тут ждет. Давай, 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 отлично. Вот, все, ребята, полноценное поле. Полноценное поле. Вот теперь, как говорится, понеслась душа в рай. Да не буду я пока его ставить, наверное, да? Блин, где? Не вижу, ребят. Где зомбарики? Вон, вижу. Так, сюда поставим, наверное. Первый ряд я обычно во всех играх засаживаю именно подсолнухами. Ну, за исключением там, когда зомби эти прыгуны, бомжи и всякие там подобные. Так обычно предпочитаю именно из подсолнухов делать. Так, горохострелочки мои нормально бомбят. Тут будет у нас 2 с тобой суперволны. Я думаю, мы отобьемся. Главное, чтобы хватало у нас солнечной энергии на кабачок. Это, как говорится, перестраховка будет своего рода. Ну, естественно, на каждом ряду должен стоять хотя бы один горохострел. Ну и прикрываемся орешками. Тут уж никуда не денешься. Хочешь жить, умей обороняться. Когда есть возможность поставить, например, 2 горохострела, то не жалейте, ставьте смело. Они вам только спасибо за это скажут. Так, что там такое? Пока ничего страшного не вижу. Ну да, предупреждение было, что зомби нападают. Но вот здесь, например, можно спокойненько 2 сразу убрать. Вот и все. А так, в принципе, сейчас этот еще у нас виноград созреет. Начнет тут пулять. Так, поставим сюда орех. Интересно, а вот если зомбарей нету, он свои горошины просто разбросает или как? Да, ребят, он, по-моему, их просто разбрасывает, видишь? Тоже неплохо. Так, тихо-тихо, я тут заговорился и даже уже стал пропускать энергию солнечную. Долго он, конечно, кабачок этот созревает, очень долго. Так, давай здесь заберем. И вот сюда так поставим. И сделаем, наверное, вот так орех сюда влепим. Плюс кабачок, пускай стоит. Да? Последняя волна надвигается. Кабачок там весь на взводе, я смотрю. Недовольный. Даванули, отлично. Так, подожди. О, чтобы не выпендривались. Так, энергию забираем. Все четенько. Как в аптечке у нас. Даже кабачок можно не выставлять. Или выставим все-таки. Давай вот так вот сделаем. Нате вам, олухи. Все. Так, ну что, я так понимаю, да, наш подсолнышек немножечко подрос. Награда. Ага. Слушай, подожди-ка, а это растение или это заклинание? Вот что меня сейчас интересует. Так, стоп. А можно мне выйти? Получил я... Странно немножко. Я получил лимон. Ой, лимон. Ну ты понял, да? Морозный перец. Где он? В какое место они его засунули, а? Что я его не вижу у себя в инвентаре. У меня инвентаря вообще нету, по большому счету.
Так, вот он, друзья мои. Это Boost Like Chili Pepper. Чего? Ну-ка. Ох, вот оно как, друзья. А вот это шик. Мы с тобой просто взяли и ряд зомбарей заморозили. Ну согласись, это классно. Это тоже новая, ребята, фишечка. Такой раньше не было. Ну ж хорошо же буянит-то, эй, партизаны. Сидит там, довольный. Единственное, что, конечно, у нас с тобой всего лишь вот газонокосилка одна. Но это даже не газонокосилка, это... Знаешь, на что это похоже? Раньше садовые участки такой вот штукой проходили, чистили там кафель. В магазинах такой фигней пользуются, там, например, там в Пятерочке или еще где-нибудь полы моют вот такой фигней. Типа щетки электрической. Так, ладно. Заморозку, я думаю, мы тратить не будем. Я надеюсь, она не исчезнет, если мы с тобой ей не будем пользоваться. Кабачок, пускай стоит. Теперь можно, я думаю, еще один рядок грохострелов. А тут, в принципе, волна сейчас закончится уже. Так что можно особо не напрягаться. И знаешь, что здесь нету? Ускорения. Вот что я заметил. Сейчас хотел, думал, дай-ка ускорю. А нету. Не могу я быстрее сделать. Так, бегут неуклюжие зомби по лужам. Сейчас мы с тобой... Так, подожди. Нет. Вот так вот. Два рядка. Их можно, в принципе, заморозить. Но, опять же, говорю, не хочу, ребята. Наверное, мы и так справимся. На тебе. Раздавили, как клопа. Вот и все. Так, ну подсолнух наш еще... Мы только три боя выиграли, да? Нужно 8, чтобы получить следующую награду. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим. Если что, пишите в комментариях, как игра вам понравилась, не понравилась. Будем играть дальше или не будем. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.